ворота. Агастино, бросок и гол. Кенни Агастино открывает счет в этом матче и делает это в большинстве 1-0. Передача, бросок, гол. Но очень легко торпеда разрывает сейчас оборону трактора и забрасывает третью шайбу. Кенни Агастино делает дубль. Здесь уже Телегин мощно встречает Пагина, но бросок по воротам, еще бросок и гол. Еще бросок и гол. Кенни Агастино еще просили удаление. Ну, в общем, тут и торпеда. Агастино перед воротами получает шайбу и отправляет ее за спину Рейда Борну. Нордстром в атаке у ЦСКА, Нестеров, Дальбек в защите. Но этот матч сразу же гол. И сразу же гол. Нижегородская торпеда открывает счет на 13-й секунде матча. Адам Рейда Борн не совсем понятно. Может быть, еще не вошел в игру. И торпеды с этим сразу же воспользовались.